Добрый день, вышиванный YouTube. Меня зовут Тамара, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам очередную мою куколку, и непростую, потому что это куколка номер 10. Да, как я сказала, или как звучит мое видео, это моя юбилейная куколка. Все это у меня случилось, любовь с этими куколками случилась несколько лет назад. Я уже сказала, что до того, как я приступила к их вышивке и оформлению, я просто собирала их. Да, я полтора года собирала куколок и материалов для куколок. Я тратила немало денег, но я боялась, я очень боялась их оформлять, не вышивки, потому что вышиваются их юбки довольно просто, но я боялась их оформления, потому что на Ютубе в то время было почти не было никаких видео про этих куколок, они не были популярными. Но где-то полтора года назад, я думаю, Сусана, все знают ее канал Сусок «Волшебная страна», она показала такую куколку, именно вот эту куколку Елизабет, эту модель куколки. И ей сделали подарок, и она представила схему, полукуколку, материалы с таким восторгом, знаете, что на меня так было... Боже мой, у меня столько таких этих куколок, столько... У меня для них есть материалы, я их так хочу вышивать, оформить, а я боюсь. И знаете, для меня это был пинок, это было вдохновение, и вот... Именно тогда я начала и стала их всех вышивать, оформлять. И с того момента, это был прошлый год, это был январь или февраль, я не помню, но на моем канале есть абсолютно все куколки. У меня есть видео про всех моих куколок. Это первые видео, конечно. И с тех пор, как я начала их вышивать, оформлять, я не могу остановиться. Просто не могу остановиться. Я еще говорила, еще раз говорю, знаете, есть вышивальщицы, которые сходят с ума по Dimensions, Димаманки. Есть вышивальщицы, которые очень любят, не знаю, Ланарт или другие производители. Вот у меня, наверное, самая большая любовь – это мои полукуколки. Я просто не могу остановиться. Поэтому я уже поняла, что все, что у меня есть в запасах, потому что это 10-я кукла, но не последняя, точно. И знаете, мне было интересно, я дойду до 20-й куколки? У меня нету 20. Есть еще неоформленные куколки, но нету еще 10 неоформленных. Так что еще есть место. Так что получается, что за меньше, чем за полтора года я вышила и оформила 10 куколок. Они мне очень нравятся, они радуют мой глаз, и я как бы, я в восторге от них, просто в восторге. Так что сегодня я вам представляю Элизабет, красивую, довольно популярная куколка, я уже сказала, потому что я видела в Инстаграме, как бы, оформленных таких куколок. В покупках в Инстаграме часто представляют. Может быть, и в видео есть. Я не видела всех видео, потому что у нас уже есть очень много вышивальных каналов, и, может быть, я не видела. Если вы знаете каналы, где тоже есть такие куколки, пожалуйста, скиньте мне ссылку. Я с большой-большой радостью буду смотреть, потому что меня очень-очень интересуют такие видео. Еще... Если вам интересно про историю моих куколок, как это началось, как это случилось, на моем канале есть видео про каждую куколку. И еще хочу сказать, что именно мои полукуколки были, скажем так, вдохновлением для того, чтобы я начала свой YouTube-канал. Потому что прошлым летом, когда я все-таки решилась, что да, я хочу начать, я сказала... Окей, я буду начинать. А чем я буду выделяться? Чем я буду разной? Потому что люди любят, когда ты приходишь с чем-то, что необычное. И я тут сказала, у меня есть мои полукуколки. Да, они есть и у других вышивальщиц, но я могу сказать, что столько куколок
вышитых и оформленных, наверное, нету ни у кого. Если есть, скажите мне, потому что опять я с большой радостью буду посмотреть. Еще у меня есть неоформленных куколок в моей норке, которых я буду вышивать и оформить. Потому что я уже поняла, десятая кукла, я поняла, что я хочу вышивать, оформить и сделать себе коллекцию. Наверное, у меня это будет своя, знаете, вышивальная коллекция куколок. Не димовских вышивок, а куколок. И также на моем канале есть мастер-класс, как я делаю сборку таких куколок. То есть мой метод. Я посмотрела все, что было на Ютубе, я как бы и свое, то, что я придумала, внедрила там. Так что, если вам интересно, вы можете смотреть. Не обязательно как бы делать все, как я делаю. Вы можете взять что-то интересное, что-то полезное для себя и свой метод как бы уже для оформления сделать. Потому что мастер-классов по оформлению этих куколок, по крайней мере, до сих пор, я знаю, что есть только у Инны Джугис. Есть у нее видео, где она подробно каждый шаг показывает, как она оформила свою куколку Марию Терезу. Поэтому их очень мало на Ютубе. В прошлом видео я уже вам показала отшитую юбочку и сумочку. У меня осталась сборка, которую я уже сделала. Очень красивая кукла. Я сразу сказала, что она еще очень такая, знаете, богатая в юбочке. Вот как выглядит ее юбочка. И да, эта ленточка, я просто оставила очень большой кусок этой ленточки. Эта ленточка очень-очень красивая, поэтому мне не хотелось отрезать. Я использовала всю ленточку, потому что ее там 2 метра или даже 2 ярда. 2 ярда это получается даже меньше, чем 2 метра. И она используется вот для этого бантика, для сумочки. Потом вот сумочка здесь. И получается это у нее. Поэтому я сделала этот бант. Все, что осталось, я сначала использовала для сумочки. И все, что осталось, я уже для этого бантика как бы использовала. Потому что если бы остался кусок, ничего с ним не сделаешь. Она-то очень такая переливающаяся, красивая. Я уже сказала, что она... цвет этой ленточки в цвете... Highland Garden, мне кажется, называется цвет ниточки Глориана. Очень красивый. И это сумочка, и все. Сумочку я оставила так, потому что в превью тоже была так эта сумочка. Но ее можно как бы вот и так, как вам угодно. Ну, так как бы, мне уже кажется, что так лучше выглядит. Для ее юбочки, которая здесь, сейчас покажу, я использовала вот такой цвет шелка, он у меня был, как бы это искусственный шелк, конечно, не натуральный, и вот такой здесь у меня есть тоже цвет олив. Но мне нравится как бы внизу, потому что в оригинальной куколке внизу не было ничего, но мне нравится какую-то тесемочку там ставить, потому что мне почему-то кажется, что так выглядит наряднее и красивее, когда что-то есть. Вот видите, здесь получается. Я использовала Лен Цвайгард, цвет кремовый. Хотя в инструкции был Lakeside Linen Navy Bean, но я использовала этот цвет. Я как бы очень-очень довольна, мне очень нравится, как цвета ниточек Глориана выглядят на этом мне. Потому что этот цвет льна дальше в других куколок, он прям рекомендуется Джулией. Потому что она сначала стала... В своих первых куколок она рекомендовала итальянский лен Manufattura Tessile Sotema, цвет икрю, он такой, знаете, грязноватый, потому что это кремовый, он получается желтоватый, немножко такой кремовый, а тот грязноватый получается. Но потом, наверное, она поняла, Джулия, когда уже стала разрабатывать другие схемы, наверное, она поняла, что... Вышивальщицам будет тяжело найти этот итальянский лен, потому что он продается только в Италии. Кстати, я пыталась найти их сайт и купить, но там
Он недорогой, я помню, что нашла, что он недорогой. Ну, и, кстати, я не знаю, если сейчас есть, но я знала, что магазин Мелфлёр как-то показал, что у них есть такой лен. Но этот лен, я знаю, как он, какой он в работе, он был в кукле маленькая. Сейчас покажу в каком. Вот в какой куколке, в этой куколке. Вот этот лен получается от мануфатуры Тесиле Сотема. Этот итальянский лен в цвете икрю. Вот видите, в чем разница, как бы цвет икрю и цвет кремовый. Получается, этот немножко такой грязноватый цвет. И почему я все это говорю? Потому что в Инстаграме, обычно под видео здесь на Ютубе, спрашивают. Поэтому я отвечаю, как бы у меня уже есть маленький такой опыт по оформлению этих куколок, по покупке материалов для них, поэтому я всегда рада, как бы, сказать и подсказать. Так вот, этот итальянский лен, он все-таки такой, знаете, немножко такой, как пермин, жестковатый, поэтому я бы не сказала, что он идеальный для этих куколок, потому что для них все-таки нужен какой-то такой мягковатый, рыхловатый лен, вот как Wix Dye Works, как есть в некоторых куколок. Цвайгард тоже идеально для них подходит, потому что он мягковат, потому что когда вы вот здесь делаете их юбочки, он должен быть мягким, чтобы здесь эти складочки красиво получились. Потому что если лен такой жесткий, трудновато, во-первых, и они некрасиво ложатся. Поэтому в тех куколах, где рекомендуется цвет икрю, свободно вы можете взять цвет кремовый от Цвайгард в таком каунте, какой они рекомендуют. Я это могу сказать точно. Почему эту куколку зовут Элизабет? Потому что обычно я в своих видео я говорю историю этих куколок. Джулия их называет в честь, не знаю, дочки кого-то, сестры, дизайнера и так далее. Я не нашла информацию, потому что я вышивала эту куколку не по схеме обычной, которая у меня есть, которая покупается. Потому что схема у меня была из одного журнала, которого я купила онлайн. Это была чуть ли не первая или одна из первых схем, которые я купила для своих куколок несколько лет назад. Поэтому и цветного превью у меня нету, и показываю так, как есть. Еще для этой куколки есть такой сундучок, потому что это именно сундучок, прикольный, красивенький. Если получится, я постараюсь вставить фото этого сундучка. Так вот, этот сундучок, чтобы его вышивать и сделать, как бы собирать, схема продается отдельно. То есть, если вы будете купить схему для этой куколки, там не будет схемы для сундучка. Схему нужно найти как бы отдельно. Это в том сундучке тоже используется эта ленточка, такая ленточка. То есть, если вы хотите вышивать и сундучок, то для сундучка нужно купить еще вот одну такую ленточку. В сундучке есть ножнички с маячком, которые тоже продает Джулия. То есть, свои ножнички, конечно, она тоже купила у кого-то. Это не она делает эти ножнички. Этот маячок для ножниц, который тоже как бы создается в ее ателье. И еще, что там есть, наперсток, мне кажется, да, там еще есть. Если хотите, вот, можно, типа, у вас есть куколка, которая пинкушен, игольница, и отдельно рядом с куклой есть сундучок, в котором вы держите своих ножничек и свой этот наперсток. Я знаю, как бы, что есть этот сундучок, но я даже не пыталась искать схему и так далее, потому что я не буду его делать. Знаете, когда вы приобретаете себе только одну куколку, то и больше не хотите
больше куколок не хотите, то тогда, знаете, стоит купить все абсолютно для этой куколки. Например, вот как для этой куколки найти еще и сундучок, и красивые ножницы, и красивый какой-то элитный наперсток и так далее. Но исходя из того, что я делаю себе коллекцию, у меня есть уже как бы несколько куколок, я не вижу смысла как бы для каждой куколки делать и то, что они еще рекомендуют плюс это, знаете. А, и еще у нее есть вот такой пин. Да, это пин от Just None. Это такой калибр, потому что под цветовое решение я подумала, что именно вот этот пин будет самым красивым. Дело в том, что у этой куколки от Джулии пинов не рекомендовано, но зато у нее есть шателайн. Если получится, опять я буду ставить вам фото. Шателайн из трех элементов, если я не ошибаюсь. Этого шателайна у меня нету. Он стоит, кстати, он стоит $75. Он из серебра, и его делает тоже Роберта Дозини, та же итальянка, которая делает все эти маленькие прикольные прекрасные финтифлюшки, в том числе и пины для куколок Джулии. Опять, исходя из того, что у меня есть коллекция куколок, я как бы пока что я не могу себе позволить купить и такие дорогие аксессуары для них. Если вы, например, покупаете себе и хотите, чтобы у вас была только одна куколка, вот, например, Элизабет, да, то тогда стоит купить и этот серебряный шателайн, и сундучок делать, и все такое. Поэтому шателайна у нее нету, но у меня есть те же шармики, которые продаются на Алиэкспрессе. Да, они не золотые, но они продаются. И этот шателайн я могу сама делать. У меня есть все. Но дело в том, что когда я ее оформила вот так, ставила ей пин, почему-то мне не хотелось шателайна. Я считала, что тот шателайн будет... он не нужен. Она, у нее и так есть богатая красивая сумочка, у нее есть вот этот пинчик. Она как бы небольшая куколка, и вот тот шателайн пока что ей не нужен. Потому что такой шателайн не только у этой куколки, есть у Денис еще есть, у Гретель будет, потому что у меня есть все материалы для Гретель, я хочу эту куклу тоже как бы вышивать и оформить. Поэтому шателайн будет, у какой-то из моих куколки точно будет шателайн, потому что я уже сказала, что у меня есть шармики на 2 или 3 шателайна таких, потому что я купила и сказала, что буду делать. Это все, что я хотела сказать вам про куколку. Конечно, красивая, очень такая знаменитая, уже сказала. Ее юбка очень красивая, такая богатая. Так что, если вы решитесь, рекомендую. Очень красивая получается. И пока я говорила про свою куклу много-много информации, вы, наверное, в этом же кадре могли видеть фарфоровую шкатулку, про которую я ничего не говорила. А сейчас буду вам и это говорить. Это моя вторая законченная работа. Я в предыдущем видео тоже сказала и показала, сказала, что я хочу вышивать Just None подбором.
Обещала показать, как все это выглядит, но вы знаете, я не нашла. Как ни странно для себя, я не нашла в интернете фотографию хорошего качества, превью этого дизайна Happy Bluebird. Вот как выглядит готовая работа уже. Но превью я никак не могла найти. Но поиски хорошего качества превью, вы знаете, как бы увенчались успехом, потому что в конце концов я придумала, как оформить, потому что это уже вы видите и вышитую, и оформленную работу. Я вспомнила, что у меня был такой фарфоровый боксик от Framecraft. И я вспомнила это благодаря видео Нади, Надюшка Cross Stitch. Я оставлю линк в инфобоксе, потому что года два, не помню сколько назад, она вышила такой же дизайн, но по оригинальному набору Just None. И она оформила именно в таком боксике от Framecraft, но у нее лавандового цвета. Так вот, когда я искала превью, я наткнулась на видео Нади. Но я это видео уже видела и вспомнила, что она вышивала, что она оформила. И опять посмотрела ее видео и подумала, бинго, я же тоже могу оформить, потому что у Нади цвет как бы фарфора получается, что лавандовый, а у меня такой нежно-красивый зеленый. И когда я посмотрела на цвета, я подумала, у меня же тоже прикольно подойдет, потому что в центре тоже есть вот такие припыленные зеленые цвета, знаете, не яркие. И я подумала, что это будет очень-очень, как бы, даже хорошо подойти. Единственный вопрос, я не была уверена, что как бы размер будет подходящий. Я смотрела там, где есть карточка этого боксика, там было написано, что диаметр типа 10 сантиметров. Я посчитала и сказала, окей, все будет как бы очень даже окей. Потому что каунт здесь 28-й. Менять каунт на меньше, если бы не было достаточно места, мне как бы не хотелось из-за этой птички. Потому что в центре есть место, где нужно пришивать вот эту птичку. Да, знаете, и вот именно для этой птички нужен, ну, как бы нужен это место. И все прикольно подошло. Но единственное, что я поняла, когда уже оформляла, что 10 сантиметров они имели в виду все, как бы, именно с этой металлической частью. А именно где вышивку можно вставить, это 9 сантиметров, но все прекрасно здесь как бы оформилось. Очень быстро я вышила за вечер, мне кажется, был такой. Удалось мне вышивать вечером. И 28-й каунт быстренько вышивается. Здесь есть даже шовчики, техники, не знаю, как сказать. Вот здесь есть eyelet stitch, получается, белым цветом. Вот видите, где видны эти. И еще есть смирно. Вот здесь. Ну, смирно получается такой крестик пухлее. Наверное, они бутончики типа этим крестиком хотели. Но все равно, знаете, Just None — это все-таки любовь. Я вышиваю этот маленький дизайн быстренько, знаете, так. Я поняла, что я соскучилась по Just None. Все-таки люблю я Just None. Буду вышивать еще. Сказала уже, что я вышивала подбором. Подбором в смысле, что этот центральный шармик у меня был куплен с eBay отдельно. И у Нади я видела, что вот эта птичка вся получается синяя. У меня вот грудка такая желтенькая у птички. Ну, это одна и та же птичка получается. И уже у меня была схема с интернета. Схема, ну, как бы оригинальная. Там ниточки DMC. Все ниточки DMC получается. Поэтому почти оригинальный набор. Но он снят с производства, так что на eBay можно найти. Вот схема, мне кажется, даже сейчас есть на eBay, кто-то из Австралии продает вот схему. А там шармика нету. Но вся фишка здесь в шармике, потому что схему я же нашла в интернете, я могла и так вышивать.
Ну, в центре, например, можно что-то другое. Если у вас есть какие-то цветные красивые шармики, конечно, можно и что-то другое внутри здесь вставить. Но все равно, мне кажется, очень-очень красивые. Вот как она у меня оформилась. Красивая и довольно большая получается. Знаете, после того, как я вышла, оформилась, так полюбовалась и быстренько зашла опять на eBay поискать, может быть, что-то есть вообще. Были две или три коробки, и они были старые, даже не были новыми и в очень таком нехорошем состоянии. Так что, если вам нравится, если хотите, можете выискивать и улавливать на eBay такие шкатулочки фарфоровые, потому что они шкатулочки. И, наверное, это все. Это все, что я хотела показать вам в этом видео. У меня есть два готовых оформленных работ, опять прикладных, потому что в последнее время у меня больше есть прикладных готовых работ. Это, наверное, из-за того, что я в рамах сейчас не оформляю, потому что, как многие вышивальщицы уже говорили в своих видео, за границей довольно дорого, и это не популярно. Они не знают, как это делать, как натягивать вышивку, как оформить ее. Поэтому все, что у меня вышивается как бы на оформлении в раму, то это будет оформляться позже. Так что, если мне хочется видеть готовый результат, то я вышиваю себе куколок, я вышиваю себе шкатулочек, коробочек и так далее, чтобы я этим пользовалась, чтобы я это видела, и чтобы я радовалась своим результатам. Потому что у меня есть и такой, мне нравится процесс вышивки, но в то же время мне нравится из того, что я вышивала, чтобы я видела, что было перед моими глазами, чтобы я этим любовалась. Потому что все-таки это красота, то, что мы создаем. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы подписываетесь. И увидимся в моих следующих видео. А до тех пор, пока-пока!